Добрый день, уважаемые любители шахмат. И я хочу показать еще одно знаменательное свое поражение. И снова от Александра Бортника. Так уж сложилось, что в течение 2013-2014 года, в течение одного года, я сыграл с Бортника в классику 4 партии Александром, и все 4 партии проиграл. Ну и теперь мы рассмотрим мое второе поражение. И дебют у нас очень интересный, на e4, e6. Я первый раз в жизни сыграл в классику французскую защиту, и первый блин, как обычно, оказался комом. Ну, если вы смотрели мой канал, вы можете увидеть, что я неплохо реваншировался, сыграв ничью с сильным гроссмейстером Солодом Ниченко, выловив его на вариант. А эта партия была сыграна в городе Южной, 2013 год, и это был утренний тур, и Южный отличался тем, что две партии в день, и какая у меня была стратегия сыграть Бортником, но Бортник намного сильнее меня, что-нибудь на отбой, с утра попроще. Поэтому я выбрал такую удивительную дебютную систему, именно d4, d5, конь c3, и тут я уверен, что первая неожиданность последовала d на e, пассивный вариант, так играть не очень хорошо, хотя такой гроссмейстер из Германии Мейер сделал этот вариант фактически вторым берлинским эндшпилем. То есть черный мион там хорошо уравнивает, без шансов для белых практически на победу. Ну и по законе e4, конечно, основной ход конь на d7, ну, слон d7. Так называемая система Fort Knox в английской классификации. Какая идея этого хода? Черные ставят слона на c6, где потом выменивают его на одного из белых коней, ставят пешку на c6. Такие структуры получаются из защиты каракан в варианте, там где белый ходит в системе двух коней, конь c3, конь f3, и черный развивает слона на g4 и меняются на f3. Но суть тех позиций в том, что чаще всего черные успевают выменять своего коня f6 на белого коня на c3, и получается противостояние у черных конь и слон, у белых два слона. И эта структура, хотя оценивается многими движками как плюс 0,4, плюс 0,5, на самом деле белым сложно доказать свой перевес. Компьютер явно переоценивает эту позицию. Что касается этого варианта или скандинавской защиты, то тут плюс равно стабильная, поскольку белые сохраняют эту дополнительную пару легких фигур, и черным коням сложно найти пункты хорошие. Ну, собственно, продолжим сбор партии. Следующие ходы логичны. Конь f3, слон c6, слон d3, конь d7, 2-0, конь gf6. И во время подготовки записи этого видео я увидел, что первый раз это возникло в партии Корца, чемпион Кубы конца 19 века, против самого Хосе Рауля Капабланки. Гавана, 1902 год. Конечно, Капабланка, даже будучи юным шахматистом 15 лет, очень уже хорошо чувствовал шахматы и понимал, что таким образом черные могут очень хорошо побороться за уравнение. Кстати, что касается Капабланки, то он очень часто играл в защиту каракан, и в жизни ни одну партию в защите каракан не проиграл. Конь g3, слон e7, продолжая развитие. Ну и здесь, как я считаю, что b3 это не совсем точный ход, потому что белые создают себе дополнительную слабость на b3, черные когда-то могут толкнуть опять a4. Сильнее я считаю походить c4, а слон f3, ферзь f3, c6, выставляя структуру защиты каракана. Вводят d1, это хороший ход, это профилактика против подрыва c5, это профилактика против подрыва e5. Ну и такие позиции обычно идут с небольшим перевесом белых, поскольку у них два слона, и
хорошие перспективы на Мительшпиль. Но b3 ход тоже возможен, так играли довольно сильно шахматисты. 2-0, c4. Ну, когда белые походили c4, они уже определились со структурой, и черные все да, полезные сделали. Поэтому слон бьет f3, ферзь f3, c6. Ну, и на доске, как я уже говорил, возникла знакомая нам структура защиты каракана. Слон b2, ну и теперь сильный ход ферзь a5. Но бортник понял мой замысел и довольно быстро среагировал. Как здесь стоит походить белым. Ну, естественно, ферзь a5 было сыграно с идеей сыграть слон a3. Допустим, если белые уходят как-то. Ну, ладья e1, то слон a3, черные разменивают чернопольного слона белых и полностью уравнивают, а поскольку белые сыграли еще и b3, могут надеяться продвинуть опять a4 с контр-игрой по линии а. Ну, a3 это сильный ход. Ну, теперь я решил поставить слона на g7, поэтому начал это с хода ладья e8, ладья f1, слон f8. Ну и здесь, чтобы продолжить мой план, я должен поставить ферзя на g5, поэтому белому, возможно, следовало походить ферзь f4, чтобы контролировать пункты g5 и c7. Ну, ладья c8, я все равно ставил ферзя на c7, но, тем не менее, вывод слона на g7 затягивался. Партия же последовала ладья e3, ну, сдвоение ладей, стандартный ход. Ну, ферзь g5, я уже свой план сказал. И плюс второй возможный вариант за черных, это ферзь g4 с переходом нескольких ходов. Но, учитывая то, что я играл с Александром Бортиком, мы там ферзи поменялись, и моему сопернику намного сложнее было бы выиграть эту партию, поскольку он тактик, а не человек, который успешно реализует плюс равно в эндшпиле. Поэтому h3 это ход хороший, g6, ладья e1, слон g7, я завершил свой план, слон c2, ферзь на g5, конечно, уже совершенно не нужен, и поэтому ферзь a5. Ну и здесь, собственно, мой соперник совершил первую стратегическую ошибку, хотя на самом деле у черных уже очень хорошая позиция с точки зрения борьбы за равенство, поскольку непонятно, как белым прорываться. Единственное, что они могут сделать, это где-то походить d5. Это единственный подрыв, который должны контролировать черные. Но второй подрыв это h4, h5, и так сыграл мой соперник, но после хода h4 пункт g4 ослабляется навечно. И после h5 он надолго задумался. Кстати, удивительная вещь, что в этой партии Александр Бортник, который обычно играет очень быстро, потратил на всю партию около часа 10 минут, ну плюс добавленное время. А я потратил наоборот полчаса времени. Ну, это тоже в конце сказалось, что в нужный момент я не смог заставить себя посчитать варианты. Ну, конь e4. Это уже признание того, что у белых ничего нет, поскольку конь на g3 с одной стороны стоит уже совершенно бесполезная фигура. А с другой стороны, как я уже сказал, если белые меняют пару коней, то у черных появляется дополнительное пространство, и у них все хорошо. Ну, естественно, размен e4, ладья e4, конь f6, ладья 4 e2. Ну, и здесь, собственно, до этого момента можно сказать, что я играл очень хорошо. Можно даже сказать в стиле таких мастеров, как Капабланка, поскольку делал очень логичные ходы. Ну, и сейчас я допустил первую неточность, которая оказалась ошибкой. А вы
Поставьте видео на паузу и подумайте, как надо поиграть черным. Итак, в этой позиции черных требуется очень мало точных ходов для того, чтобы достичь полного равенства. Но, естественно, черные должны начать подрывать c5. Для этого они должны поставить ладья по линии d и походить c5. Ну, естественно, при этом конь будет на g4, поскольку конь обрел отличный пункт после того, как его сыграли h4. Это была позиционная ошибка. Нужно было начать с хода ферзь c7. И поскольку угрожает сейчас конь g4, то белые не могут походить, к сожалению, d5, поскольку после конь g4 они проигрывают фигуру. Ну а на g3 дальше идет конь g4, и как я уже упомянул свой план, ладья e8, ладья d7, ладья d8, c5, и белая пешка на d4 под боем, слон на b2 тоже связан, и скорее всего позиция черных как минимум не хуже, но в перспективе можно побороться даже за небольшой перевес. Хотя, говоря честно, у черных шансов на победу в этой позиции очень мало. И вообще этот весь дебют просто на уравнение. Я же походил конь g4, казалось бы, ничего не изменилось, но белые сделали сильный ход, где они воспользовались моей неточностью, как походили белые. Ну, естественно, в этой позиции я хочу походить ферзь c7, а ферзь f4 очень сильный профилактический ход. Во-первых, белые хотят походить f3, во-вторых, уже ферзь c7 походить нельзя. Ну, я начал нервничать, вроде бы все хорошо складывалось. А сейчас соперник хочет походить f3, конь h6, d5, и после слон b2 на h6 фигура падает, и связка опасная. И вообще после d5 моя ладья попадает под связку. Ну, а вы сейчас вряд ли нервничаете, можете подумать, как нужно было ходить черным в этой позиции. Итак, у черных был выбор определенный. И сильнейший ход это ферзь d8. Естественно, этот ход нападает на пешку h4. После f3 конь h6 d5 уже прорыв не будет таким сильным, поскольку после взятия на b2 и ферзь бьет h6, слон на d4 шах, и пешка на h4 висит с матовыми угрозами. И опять-таки неясно, как белым усиливать эту позицию. Ну, такой ход, как ферзь d8, является немного парадоксальным, поскольку обычно вводят ладью на d8 в игру и так далее. И ферзь идет назад, но в том и разница между сильными шахматистами, что они всякие не берут в голову правила, а ищут конкретное решение. С другой стороны, c5 подрыв тоже был возможен. Ну, просто после f3 конь h6 d5 ферзь b2 слон ферзь h6 слон d4 шах король h2 нужно было досчитать до этой позиции. Тут действительно все выглядит угрожающе, что взятие на e6 будет. Но ферзь d8 находится, ход g3 и слон g7 очень важный ход. Черные успевают поставить пешку на e5, но у белых все равно, конечно, здесь перевес. Но нельзя сказать, что он решающий. Белый, конечно, будет b4 надвигать по линии b, у них игра, но и пешка проходная на d5. Но это еще не победа. Походил ладья e8, но, как ни странно, этот ход еще не проигрывает. Если вы видели мою предыдущую партию с Александром Бортником, то тоже у меня все плохо стало после хода ладья fb8 и последовал ход d5. И я тоже во время партии, когда ход ладья c8 делал, заметно нервничал, потому что мой соперник может походить d5. Вот такое иногда опыт предыдущих партий может
сказать, негативное влияние на мышление во время партии. F3 последовало, конь H6 и D5. Ну и здесь уже очень сложно черным разобраться. Я сделал ход ферзь C5, который не лучший. С какой целью этот ход сделал? Чтобы подвести ферзя поближе к центру, и он может, ну, в центр, конечно, ближе к королю, в первую очередь, защиты. Конечно, можно было взять на b2, но после d нужно сделать ход. Это сделать во время партии сложно, а вы задумаетесь на несколько минут и подумайте, как нужно защищаться черным. Так, это задание не из простых, поскольку это искусство защиты, а, как известно, защищаться всегда намного сложнее, чем атаковать. Но этот ход, это ход король g7. Слон g7, ход ef, конь f7, ладья e7. Я все это видел во время партии, после ладья f8, слон g6. Мне было неясно, как защищаться, поскольку, допустим, конь e5, ферзь g3 и угроза крайне неприятные матовые. А может, кроме коней, после коней 5 еще более сильные ходы есть белых. Ну, собственно, ферзь c5, шах, король h2, конь h6 и ферзь g3. Собственно, ферзь d4. И ферзи меняются действительно. И у белых огромный перевес, потому что их ладьи залезли по седьмой, они много пешек съели. У черных мало шансов на ничью. Но тем не менее защита была. Это ход король g7. Парадоксальный ход. Е на f. Конь бьет f7. Ладья e7. Удивительно, но факт. После ладья e6, ферзь c7. Ладья g6, король f8. Белых материалов не хватает, вроде бы они атакуют, но ввиду угрозы размена ферзей, следующего ладья e8, черные успешно защищаются. Поэтому ладья e7, и на ладья e7 следует слон f6, тоже явно неочевидная защита. Ладья f8 напрашивается ход сейчас, но проигрывает. А после слона f6 белые могут продолжить атаку путем слон g6. И это, конечно, все выглядит чрезвычайно угрожающе, поскольку король g6, ферзь g3, конечно, другие ходы, как конь g5, проиграл сразу, у белых тут находится победа. А вы подумайте, здесь выигрывают белые. Так, белые пожертвовали две фигуры и не прочь пожертвовать еще и ладью при придачу. Черные, к сожалению, бить ее не могут ввиду мата. Ну а на ферзь d2 следует ладья e6, ладья f8 и f4. Белые забирают на g5, потом забирают на f6. И максимум, на что могут рассчитывать и черные, это проигранный ладей на h5. Ну, как неудивительно, у черных находится защита. Это ладья f8, ладья 1 e6 и ферзь c3. Ферзь угрожает делать шаг на d4, поэтому слон e4, ферзь d4, король h2, слон e7. Ну и, как неудивительно, после ладья g6, король h8, ладья h6, черных находится ход король g7, и партия заканчивается вечным шахом. Ну, конечно, даже, наверное, очень сильному шахматисту этот вариант просчитать просто невозможно. Например, начиная с этой позиции, понять, что после ладья e7 есть защитный ход слона f6, это уже не очевидно и, наверное, не под силу даже сильному гроссмейстеру. Поэтому можно сказать, что ход ферзь c5 с практической точки зрения нормальный ход. Ошибка была сделана раньше. Ну и здесь очень интересное задание. Куда лучше отступить, королем на h1 или на f1? И мой соперник
Александр Бортник тоже проскакал мимо этого момента и отступил королем он на h1. Лучше намного ход король f1, потому что после слон b2, d на e, и опять-таки знакомый нам парадоксальный ход, король g7 уже не проходит, а ход слон g7 проходит. Такая сложная эта позиция, что все держится на нюансе. Е на f, конь f7, слон g6, ладья f8, ладья e7. И тут уже у черных было намного все хуже, когда ферзь стоял на a5, а король на g1. Потому что на шаг он отступал на h2. Тут находится ход конь h6 и ферзь g3, который приносил в тех вариантах большой перевес, опровергается ходом конь g4. Вот на таких нюансах держатся шахматы на высоком уровне, поскольку эти шахматисты высокого уровня могут просчитать длинные варианты и сравнить их и сделать вывод. В партии, то есть, скорее всего, бы последовал ферзь c7, ферзь d4, ладья d7, ферзь c3, ладья e7. Белые залезли по седьмой линии, но король их ужасно открыт, поэтому все заканчивается вечным шахом. Ход в партии же король h1 дал черным возможность ударить на b2, которые они не воспользовались. Опять-таки, была совершена решающая ошибка в партии. Ну, как мы видим, с 22-го хода по 26-й я умудрился сделать одну неточность, две ошибки, одну решающую ошибку. Это слишком много на 5 ходов в партии, поэтому я был заслуженно наказан. Почему я не походил в слон b2? Потому что после d на e, опять-таки, мне все мерещилось ужасное. Например, слон g7, еф, конь f7, ладья e7. И после ладья f8, слон g6. Тут думал, что уже все. Конечно, можно сделать ход больше. Именно конь h6 и ферзь g3. Белых атака, чуть ли не решающая. Они заходят по седьмой линии. Черные теряют очень много пешек, конечно, они еще держатся еле-еле, но это не то. А суть была в том, что черных находился внезапный ход ферзь d4. Это, конечно, предвидеть тяжело, но можно было, учитывая то, что я на партию всего потратил 30 минут, из которых большинство как раз в этой уже позиции после короля h1. Конечно, моя форма в южном того года, прошлого года, желает быть лучше. Я терял более 20 пунктов рейтинга. Это самый худший турнир, наверное, за мои последние 4 года карьеры. Но перед d4 ход такой находился. И суть в том, что после EF конь f7, ферзь g3. Конечно, можно сделать ничью конь h8, хотя это опять-таки компьютерная ничья, человек испугается. После ладья e7, король f8, ферзь g5 уже кажется караул, потому что две ладьи вне игры. Но шахматы, опять-таки, это конкретная игра. Ферзь f6, ферзь f6, король g8, ферзь f7, король f8. И белые очень-очень близко к победе. Ну, грозит ферзь h4, слон d4, и черные сами матуют. Поэтому ничья там адекватный результат в этой позиции. Но, тем не менее, находился еще более сильный ход, именно слон c3, который заставляет белых раздвоить ладьи. И черные фигуры вступают в игру, у них лишняя фигура, да, у белых три пешки, но их ферзевый фланг очень слабый, и здесь идет, конечно, игра на три результата, но, объективно говоря, у черных перевес за счет того, что у них все-таки лишняя фигура. Но так как я сыграл, это ужасно, ну и найдите выигрывающую комбинацию за белых. Ну, первый ход здесь очевиден, это слон g7, король g7. Ну, и теперь, если вы вспомните предыдущую партию Бортника, Бортник выиграл жертву ладьи,
И тут опять-таки последовал ход владения 6, и я понял, что произошло дежавю абсолютное, поскольку я проигрывал точно так же, как проигрывал полгода до этого. Но бить на Е6 приходится, ладья Е6. У меня опять-таки лишняя ладья, опять-таки хочется сдаться. Конь Ф7, ферзь Ф6, к сожалению, король Ф8, слон Ж6 это завершение партии, поскольку от атаки решающей спастись никак нельзя. Поэтому король Ж8. Ну и завершающий ход это ладья Е7. Приходится отдавать ферзя во избежание мата. Но координация фигур потеряна. Конечно, если бы ладья стоял бы на Б8, то еще какие-то шансы были бы призрачные. Король Ж7 защищает пешку. Ферзь Б7. ДЦБЦ. Ладья Д8. Ну это все доигрывание уже. С5. Ладья Б8. Ферзь Е4. Пришлось ходить конем на H8. Ферзь Е5, ну здесь все ходы проиграл, еще умудрился вернуть пешку и после короля H7, ферзь H5 сдался. Собственно, какие можно сделать выводы по этой партии? Первый вывод, что действительно против атакующих игроков иногда можно разыграть такие дебюты, в которых даже и компьютеры ошибаются, именно завышенную оценку дают позиции. Тут, конечно, у белых перевес за счет двух слонов, но не совсем ясно, как продолжать все в этом типе позиций с пешками c6 и e6. Во-вторых, собственно, сказывается минус, что даже вот в таких позициях всегда нужно быть сконцентрированным против атакующих игроков до того, как вы разменяли ферзи. У меня такой концентрации, к сожалению, не хватило. И сначала маленькие ошибки приводят к большим ошибкам, которые решают судьбу партии. На этом все. Спасибо за просмотр данного видео. Надеюсь, вам понравилась данная партия. С вами был MVP.